Всем привет, мои дорогие. Не собиралась я снимать видео, такая вся неподготовленная, по-домашнему бегаю, занимаюсь делами, там, с девчонками уроки. В общем, все как обычно. И тут вся в 10 потах. У нас, кстати, третий день, прям такая жарища, как летом не было, мне кажется. И сейчас пришла мне посылка, то, что я очень долго хотела. Это один из подарков, кстати, на день рождения от моей мамы. Большое тебе спасибо. Надеюсь, что здесь будет все, что было на картинке, все, что было заявлено. В общем, наконец-то я заказала. Сейчас я вместе с вами открою. Вы, конечно, даже догадаться не можете, что это. Но это вообще... Ну, давайте не будем долго болтать, а с вами вместе откроем. На меня не смотрите, смотрите вот сюда. Так. Я даже не ожидала, что так быстро придет. Я только вчера заказала, и сегодня уже пришло. Прям так быстро. Ой, дай бог, чтобы все было... Ну, потому что я такое еще не заказывала. Ну, обычно я заказываю вещи. Ну, такие дела вот прям, чтобы так много сразу. Я еще не... Смотрим. Первое. Тут уже видно, что это. Это... Ставить надо девчонкам. Девчонки любят это лопать. Ой. Все, разорву как зверь. Оно просто тут приклеено. Так. Сейчас, господи, дай бог, чтобы она работала. Потому что я не люблю вот это что-то там возвращать. Я никогда, кстати, ничего не возвращаю. Не люблю эту беготню лишнюю. О, тут уже, я вижу, две пилочки. 100 и 180 и 100 и 180. Такие вот. Ах, вы мои сладкие. Так, провод. Ну да, такая была. Главное, чтобы она работала. Это как-то интересно. Ультрафиолетовая и LED-лампа. Здесь вот устанавливать время. Ну, нормально. Я думала, честно сказать, что она будет поменьше. Но нет, нормально. У меня есть, кстати, лампа. Я раньше года... Семь лет назад я последний раз делала. У меня была и лампа, и лаки, и все. Я делала себе, и мне очень нравилось. Вообще это классно. Я потом набила руку, и то есть вообще сама себе делала. И обожала этот процесс. А потом после рождения Джирин почему-то я перестала. Я помню, я прям перед родами сидела, делала такие голубые, по-моему, ногти себе и на ногах, и на руках. Поехала красиво такая. Или синие, или голубые, не помню. И поехала рожать Джирюшку. А потом как-то я все это забросила, все повыкидывала. Лампа где-то валяется, но она уже плохо. Это там, здесь видите, это LED-лампа, да. А там у меня была ультрафиолетовая, получается, да, там такие лампы были. И она стала как-то слабенько делать, и, в общем, где-то забросила. И вот, наконец-то мое золото. Ну ладно, я так радуюсь, надеюсь, что она работает вообще. Я потом обязательно проверю. Такие вот это. Накоточки тут красить. Ну, какие цвета есть. Прикольно. 48 вольт написано. Ну, такая хорошенькая, маленькая, миленькая. Прям прелесть. Мне уже, честно сказать, не терпится сесть и сделать ногти. Я как раз делала маникюр, но я сейчас не могу, потому что у меня куча дел, к сожалению. Но вечерочком сяду. Может, даже вам покажу этот процесс. Может быть, с вами вместе сделаем. Сейчас. Фух, с Богом. Это самое главное. Мне очень важно, чтобы цвета лаков пришли именно те, которые я заказывала, потому что такие вот это салфеточки. Ну, это очищать, да? Ну, стирать этот лак. Вот ремувер тут в наборе. Клинсер. В общем, надо разобраться, что к чему. Я уже, честно сказать, даже забыла. Но это вот пока все по плану. Пока все по плану. Вот так выгляжу, такая замученная вообще. Но счастливая. Такие вот бамбуковые палочки. Кстати... А, все.
такая штучка. Я не помню, как она называется. Вот здесь с этой стороны остренькая. Угу, спасибо. Такая вот щеточка, чтобы так чик-чик-чик-чик делать. Как я люблю это все, кто бы только знал. Это масло для ногтей. Ну, это уже, я так предполагаю, в конце уже всего процесса наносим масло. Вот для на кутикулы, которые наносить. В общем, все есть для того, чтобы ходить с шикарным маникюром. Так, теперь пойдем по лакам. Что-то почему-то 4, а там должно быть больше. Я вот не пойму, почему. А, еще должен быть топ, конечно же. Топ. Да? А, вот. Чуть не уронила. Сейчас был бы мне топ. Так. Это у нас... Это тут цвета не написано, тут только номера. Сейчас посмотрим, откроем, что же теперь. Интересно же. Вау, какой красивый красный. Наверное, вот как раз красный я первый сделаю. Так, красный. Хотела бы френч сделать, но сейчас не могу, потому что надо, чтобы ногти немножечко отросли. Я их все подпилила. Черный. Ну, хороший, нормальный, такие жиденькие. Так, ну, два лака пока все на месте. Проверим еще. Белый тоже. В общем, такой набор, знаете, все такие базовые тона. Вот белый. Мне нравится, когда... И опять черный, что ли? Не поняла, зачем опять черный? Опять черный, что ли? Нет, не черный. Это как... Это разный, но он просто какой-то не черный. Наверное, может быть, темно-коричневый. Мне сейчас так кажется, что черный. Так. Идем дальше. Надеюсь, они не забыли мне вот тут самое главное-то положить. Так, идем дальше. Это такая, знаете, это слоновая кость. Тут был белый, это такая слоновая кость. Это для френча. Так. Это такой прозрачный какой-то. Просто прозрачный. А, подождите, какой прозрачный? Это база. Это база. Угу. Все, база есть. Ну, лак это не проблема. Всегда можно заказать какой-то цвет, который хочешь. А, вот праймер. Еще какой-то цвет должен быть. Так. Праймер. Все проверяем. О. Угу. Ну, он такой. Хорошие лаки прям вообще. И топ. 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 Все есть, в общем, все нормально. Все, я довольная. Вообще класс. Очень классно. День рождения у меня только, получается, через 3 недели, если я правильно считаю, так, неделя, две, ну да, плюс-минус 3 недели до дня рождения, а уже ко мне поступают подарочки. Это очень приятно, очень приятно, очень классно, и мне вот сейчас вот прям свербит во всех местах, но, к сожалению, не могу, буду заниматься вечером, или, может быть, даже завтра, может быть, завтра, или послезавтра, нет, наверное, вечером, я все-таки не удержусь, когда все уснут, я буду сидеть, наводить красоту, сейчас пойду проверю лампу, и если лампа работает, то все классно. Если хотите, я весь процесс сниму на видео. Пишите в комментариях, снять, не снять. Но я сниму, скорее всего, потому что мне самой интересно. Я уже, честно сказать, даже забыла, как это... Ну как, не то, что забыла. Рука уже, это... У меня была так набита, я очень быстро-быстро делала, так классно было. Сейчас надо будет это... Буду волноваться, буду так все стараться. В общем, все, довольная, все пришло, все, спасибо. По-моему, даже что-то здесь... Я не, вот это, что ли, штука в подарок получается? Потому что я это не помню. Лаки были, вот эта штука была, это, пилочки тоже, вот эти палочки. А вот этой штуки я не помню. Это, скорее всего, мне положили в подарок.
Надо будет посмотреть. Какая-то опасная штука. Все, мои дорогие, вот поделилась с вами радостью. Ну все, мои хорошие, всех целую, всех обнимаю. Вот такой вот классный наборчик мне пришел. Кому интересно, кто живет в Турции, могу скинуть ссылку. Ну все, всех целую, всех обнимаю. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Так что скоро я буду с шикарными ноготочками.